Пришли погулять сегодня. Ник сегодня такой ленивый, что-то день. Он рабочий, полу. Мы пошли в магазин маме купить обновок каких-нибудь. И вот решили тут пройтись. На рыбок посмотреться. Эстетически они мне не нравятся. А икра? Икра их я не пробовала. Черную икру-то? Какую черную икру? При чем тут это? Это эти? Это окунь, ой, это карпы. Я думала, ситровые. Нет, это эти золотые рыбки. Карпы. Черные. Здоровые, черные тоже. Такие же карпы. Тут их поменьше как бы стало, да? Ну, конечно, они, наверное, может, уже... Они, видишь, они думают, что ты им поесть дашь, они все сюда приплыли. Ага, смотри, какие губы вон тот надул. Вот, спрятал. Нет. Вон. У некоторых губы какие раскатали. Скатывайте обратно, давайте, у нас нет ничего. Ну, наверное, травку, может, какую-нибудь дадут еще. Где? Они здесь вообще везде? Где много там? А, нет, там трава. Угу. Эти серые, черные мне больше нравятся на вид, чем эти вот. Ну вот золотая белая, еще ничего. Белая, кажется, что верхом плывет. Верху, ну, не очень приятно. Браухаус. Вот газголдер, как обычно. Золотой сфотографировал. Вот какая куча. Все есть. Вот там надо. Пошли туда еще, посмотрим. Там меньше, здесь больше. Там они везде. Их не пускают, да? Нет, тут зараз, получается, они как бы не делают. О, смотри, какая огромная плывет вон. Вот это. Разноцветная. Это еще более-менее. Мне темные больше нравятся. Мне вот эти белые, как будто их током ударило. Или что-нибудь облезли. Ну, видишь, вот золотая, вся облезлая. Губы красные, накрашенные. Только золотые. Вот у этой были накрашены. Ну, я говорю. Они еще умные такие, видишь, ждут, ну, да, поесть. Только шум услышали, и уже все сюда. Они, наверное, не шум, они, наверное, вот как мы топчем, звук. Звук. А может, и смотрят, я вообще не знаю. Они все сюда уже подплыли. Ну, вон еще рыжая одна плывет, большая. В общем, пошли мы прошвырнемся чуть-чуть. Тут уже вон рождественский городок повсюду строят. Но еще пока все закрыто, конечно. Прошвырнемся, прогуляемся. Прошвырнемся. По магазинам. Прогуляемся. Завтра здесь-то можно было тоже прошвырнуться. Магазины ни при чем. А магазин столько сегодня. Завтра выходной. Только в ресторан. Ага. Какой ресторан? У нас дома каждый день ресторан. Здесь строители, наверное, живут. Или еще кто-нибудь. Там написано «Карбон». Карбон? Да. Это ресторан так называется? Ресторан. Аль Карбон. Тихо. Молодец. Купаться запрещено. Можно подойти посмотреть. Хочешь посмотреть на водичку? Покажешь, поставь на тени. Посмотрите, как же не меньше. Маргаритки. А маргаритки. А маргаритки. Весной все ими посыпано, а сейчас, видишь, чуть-чуть пробивается, видимо. Такое большое. Хотите прокатиться? А. Если мы сядем, то он поедет. А здесь вот эти не обрезали еще деревья.
кстати. Они вот, ну-ка, повернись. Погоди. Да я просто же снимаю, а ты причесываешься. Ой, ой. Так вот, у нас еще и бывает, проходят наши дни. Бабушка очень захотела перемыть им все окна. В кухне помыла. А где ты еще-то помыла? А ты в зале тоже все... А, одну половину в зале помыла. Теперь вот в кабинете моет. Никак не может уехать, чтобы оставить им нечистые окна. Так что вот. А я тут все вот двигать должна, чтобы она добралась. Потому что она одна-то не может все это сдвинуть. Конечно, мы командой. Красотка. А, не будешь? Нет. А, возьмешь? Что ты покупаешь что-то? Иди. Кому это ты тут собираешь подарки? Домой собралась? Да. Собрала. А что ты с этими будешь делать? Буду дарить. На Рождество повезешь? Или на Новый год доношу. Хорошо, ладно. Новые жилеточки, такая вся красивая. Новые кофти. Спасибо.